Всем привет! Настала долгожданная суббота. Сегодня 4 ноября. Раннее замечательное утро. Как я и обещала, сегодня у нас будет завершение розыгрыша, потому что ровно неделю назад я выставила свое видео 133. Хотя видео не называется розыгрыш, но там я объявляю о розыгрыше сапожка. И все, кто написал мне комментарий под видео 133, сегодня будут участвовать в розыгрыше. Опять же, во внимание будут приниматься только комментарии, в котором будет слово «участвую». Некоторые из вас писали мне два комментария. Один комментарий со словом «участвую», а другой комментарий «что-то вы мне писали приятное». Но хочу сразу объявить одинаковые правила для всех моих предыдущих розыгрышей, и включая этот розыгрыш. Если рандомизатор выберет комментарий, в котором не будет слова «участвую» или не будет вашего желания получить наборчик, что-нибудь такое, как «хочу получить этот наборчик», тоже будет приниматься. Соответственно, будем переигрывать. Так, ну это так, отступление от такой радостного занятия, но опять же, условия одинаковые для всех, будем их соблюдать, и тем более особо никаких условий я не создаю для вас, вам надо просто ваше желание получить этот наборчик. Я еще обратила на такую закономерность, что в принципе и в прошлом месяце, и в этом месяце людей, кто хочет получить этот наборчик, их около 500. То есть, в принципе, это мои такие постоянные подписчики, которые тоже любят вышивать китайские наборы с нанесенной схемой, без нанесенной схемы. Ну, в общем, так что я не могу сказать, что шансов мало. Мне кажется, шансы есть хорошие у всех, тем более, что периодически у меня розыгрыши повторяются. Так что я готова. Давайте мы будем приступать. Все это проходит достаточно быстро, потому что рандомизатор выдает нам результат за одну секунду. Но предвкушение очень приятно. Но мы давайте начнем. Ну вот, мы будем разыгрывать комментарии под видео 133 «Болталка. Покупка на Алиэкспресс. Октябрь 2017». Я выхожу сейчас на это видео. Пока оно у меня загружается. Все. Видео загрузилось. Ждем загрузку комментариев. У меня сейчас здесь 533 комментария. Замечательно. Всем большое спасибо за ваше участие. Ну, мы копируем вот эту ссылку в новом окошке. Я открываю рандомизатор. Здесь мне надо будет вставить. Ну и я загружаю комментарии. Мне он показывает, что у меня 527 дорожки комментариев и 533 уникальных юзеров найдено, то есть уникальных подписчиков. Так, все, нас от окончания розыгрыша разделяет 1 секунда и 1 нажатие кнопки. Я готова. Надеюсь, вы тоже. Поехали. Так,
Оксана Рудинская. У нас объявился победитель Оксана Рудинская. Здравствуйте, Татьяна. Спасибо за интересный обзор. Участвую. Здорово. Победитель у нас есть. Давайте я еще раз вам покажу наборчик, который мы будем разыгрывать. Здесь вариант из 5 сюжетов, которые вы можете выбрать. Один сюжет – это вот такая вот зима с бегущей лошадью и санями. Потом вот такой вот веселый, смешной такой детский сюжет, мне кажется. Дед Мороз, снеговик, потом снеговик в виде кошки. Потом вот такой вот сюжет. Это такой вот потрепанный жизнью снеговик. Много здесь птичек, белочек, зайка. Вот такой вот сюжет, тоже очень красивый. Поющие птички, читающие письма, летающие. Здесь такие веточки еловые красивые. Ну и вот такой вот последний сюжет. Это олени, тоже в таком зимнем лесу. То есть это зимняя, наверное, даже опушка. Будет вариант у вас выбора этого сюжета в нескольких вариациях. Это вы будете выбирать канву, номер канвы 11 или 14, и можно будет себе заказать либо с напечатанным рисунком, либо без напечатанного рисунка. Так, ну еще отступление от темы небольшое. Это то, что я тут недавно обнаружила, что оказывается на AliExpress будет какой-то большой день распродаж. И поправьте меня, если я что-то не так поняла, потому что я первый раз об этом вижу, слышу. Такое ощущение, как будто это будет 11 ноября. И вот здесь остается 7 дней до того, как будет этот розыгрыш. И вот даже вот этот сюжет, сейчас он от $7, но сейчас он тоже почти с 56% скидкой. Он от $7 до $15. Оригинальная цена от 15 до 32, и вот 11-11 он будет, стоимость его будет от $6.39. Но в принципе от сегодняшней цены разница небольшая, но зато будут и другие наборчики, может быть, которые вам будут приятны. Но хотелось просто у всех спросить, если я правильно понимаю, то это все будет проходить 11 ноября. Я пока не знаю, буду я что-то закупать или нет. Я решение такое не приняла. У меня такое ощущение, что все есть, но посмотрим. Посмотрим. Так, ну а мы возвращаемся к нашему победителю Оксана Рудинская. Оксана, я вас поздравляю. Надеюсь, вам этот наборчик, этот сапожок принесет много счастья, много радости. У вас создастся такое новогоднее настроение, хотя хочется вас попросить, запаситесь, пожалуйста, терпением, потому что все-таки это AliExpress. Доставка будет бесплатна, но она будет долго. Но в любом случае, я уверена, что сапожок до вас дойдет. Я буду с вами периодически связываться. Но самое главное, мне с вами связаться и, конечно, получить от вас всю информацию, которая требуется на AliExpress. Так что, пишите мне комментарий. Мне надо будет с вами списаться. Либо на YouTube вы мне можете оставить личное сообщение. То есть, можете оставить мне свой e-mail. И я его потом удалю, но мы с вами уже по имейлу спишемся и будем с вами контактировать. Либо на YouTube можно оставлять личные сообщения, и мы будем через YouTube списываться, и эти личные сообщения никто не видит. Так, ну, это детали. Так что, Оксана, я вас поздравляю. Хочется... Так, давайте я кое-что проверю. Так, я вас поздравляю,
Но всех остальных хотелось поблагодарить за ваше участие, за ваше желание в очередной раз зайти на мой канал, смотреть мои видео, участвовать в моих розыгрышах. Как я уже говорила, мне само это занятие очень нравится. Мне нравится, что периодически у нас появляется победитель. Это все здорово, прикольно, весело. Это мелочь, но эта мелочь доставляет мне много радости, и я надеюсь, что вам тоже. Все, всем большое спасибо, всем пока, увидимся в следующем видео.